Мы доказали, что наша страна становится по-настоящему современным демократическим государством. У нас общие цели. Мы хотим, чтобы наша страна была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной. Вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире. Мы обязаны беречь достигнутое. Хранить и развивать демократию. Что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно.